ищем, мы наблюдаем духовные скрепы, которые соединяют нижние части тел слушателей с креслами. Должен сказать, что, допустим, в Новом Уренгое и в Нижневартовске скрепы были очень сильны, никто так не смог пошевелиться весь концерт. Начинают с Лопута, они уже начали смелеть, и уже в Омске они уже танцевали полно. Так что вы имейте в виду, скрепы — это ваше дело. Наше дело предоставить мне денег. Так что если вы хотите танцевать, пожалуйста, если вы хотите делать что-то еще, пожалуйста, это ваше право. Пока мы здесь, мы гаранты того, что сложно делать. Так что танцуйте на здоровье. Если бы я знал, как найти тебя, я бы...